Всем привет, с вами Алексей. Зима, 2022 год, декабрь месяц. И где-то примерно в марте, может в начале апреля, будем смотреть по погоде, начнутся отправки фундука, саженцев, в том числе и розницы. Ну и вот хорошая новость, осенью я по возможности клал орешки фундука в посылку, теперь это все будет, скажем так, на постоянной основе, по крайней мере, по возможности. Если кому-то не попалось, извините, может не хватить определенных сортов и так далее. Но сейчас я сделал так. Пока сделал вот такую тему. Всем, кто заказал, будет прислано, уже расфасовано, видите, уже нафасовал, было время, нафасовал три сорта. Трапезунд, Шедевр и Боровской. Трапезунд, Шедевр и Боровской. То есть, чтобы не было у вас вопросов потом, что за фундук, что за сорта, я вам и делаю это видео. Трапезунд, Шедевр и Боровской. Попробовать, посмотреть, как они выглядят и так далее. Все, видео будет коротеньким, долго не задерживаю. Считаю это хорошей новостью, так как надо расти, надо предоставлять хороший сервис, как в плане качества саженцев, так в плане упаковки, обслуживания и так далее. Планируется коробка для розницы, для, может быть, даже для небольших посылок. Уже весной, скорее всего, саженец придет в коробке, хорошо запакованный, однозначно хорошего качества и с подарочным орехом. Кому не приходят видео, переподпишитесь, пожалуйста, с колокольчиком. Там есть две причины, на самом деле, я уже это объяснял. Ну, просто отпишитесь и сразу же подпишитесь именно со звенящим колокольчиком. Кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. У кого есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, комментарии. Прайс-листы, номера телефона, все под каждым свежим видео всегда можно найти. Все обновляется и все как бы соответствует практически полностью действительности. Все, всем огромное спасибо, кто смотрел. Всем огромный привет из Харькова и всем пока.